Я выхожу в эфир, обращаюсь к вам сегодня с особым таким словом, с просьбой поддержать моего близкого друга, пастора церкви в городе Ташкент, Дениса Подорожного. Наверное, вы уже видели в соцсетях, а может быть, не видели, с чем столкнулась семья пастора Дениса. Я знаю его с 90-х. Мы буквально шли рядом, росли вместе, как христиане. Я приезжал в Ташкент, он приезжал в Калугу. Добрый брат, честный человек. Сегодня, вот буквально в конце декабря, он обнаружил после одного богослужения, у него опухоль, большая опухоль в голове, в левой височной доле, достаточно большая, мы с ним говорили, 7×7, представляете, да, кубик Рубика в голове. И предстоит, скорее всего, сложная операция. Я благодарю Бога за то, что Денис не унывает, не опускает руки, он верит и в естественное, и в сверхъестественное. И специально открыли сейчас номера счетов, где каждый из нас мы можем помочь пастырю, священнику, дорогому человеку, дорогому брату. Ниже под роликом вы увидите в описании номера карт в разных странах, где мы можем помочь, в том числе и мы, россияне, здесь перевести на карту Сбербанка. Сделайте доброе дело, помогите. Помогите пастырю, если у вас к этому расположено сердце. Благословите его, вспомните в своих молитвах. С Рождеством вас! Храни вас Бог и ваши семьи.